Друзья, наша печь новая Дубрава, бак Дубрава на 50 литров. Сейчас будем топить, будем тестировать печь. Спасибо. Еще как, вот еще, коллеги, вариант с сеткой, то есть это если нет бака, вот так вот, чтобы первую трубу, высота 750 миллиметров этой сетки. Ее можно установить в любой момент, то есть она раздвигается и соединяется. То есть разбирать дымоход не нужно, если ее поставить просто дополнительно. Вот так вот. Ну что, растапливаем. Запили печь. Сейчас идет в усиленном режиме. Первые минут 15. Потом убавим шибер. Дорогие друзья, прошло 40 минут. И вот смотрим температуру. Температуру камней. Вот такая вот температура. Ну, самая высокая температура вот примерно на этом уровне, там внизу, должна быть 40 минут. Температура в парной с 0 градусов поднялась на 40 градусов. Это за 40 минут. Ну, учесть, что здесь соли много, конечно, все это холодное. Будем ждать. Парная больше 16 кубов, 16,5 где-то примерно. Дорогие друзья, вот баня топится час 20, камни все раскалились до где-то 200-250 градусов. В принципе, для открытой каменки это практически максимально. Это то, что мы сверху меряем. Внутри, конечно, больше камни разогрелись. Очень жарко, то есть постоянно... Баня как бы проветривается, но баня бочка где-то минут 40 и будет готова полностью баня. Инерция здесь очень мощная у печи. Ну, вот сейчас будем поддавать. Давай. Если заметите, вот сейчас вот как там не очень горячие, вот. Хорош, а то сейчас сдохнет. Очень жарко, то есть, ну, пар хороший, практически не видно, то есть, ну, температура камней значит высокая.
Вот, то есть почти эффект русской бани. То есть ко мне много инфракрасных излучений нет. Ну, одни плюсы. Вот. Очень серьезно. Давайте еще раз ковшик. Так вот. Очень, очень мощная инерция. Влажность пошла наверх. Ну, все отлично. Очень жарко, друзья. Тут еще сидим немного, вот подали. Получается температура где-то 72, влажность 30-32. То есть уже больше 100 общее соотношение. Но здесь очень качественно. Сейчас все очень качественно. Жарковато. Поддаем, а пар как бы не кончается. Инерция очень серьезная. Очень жарко. Немного о конструкции печи. Печь это в базе Аврора, только усиленная. То есть там верхняя плита 5 мм, боковые ребра жесткости, зуб отбойника, как у Авроры, 5 мм. То есть, в принципе, ну, труба 5-миллиметровая, вся сталь котловая, 0,9 Г2С. И мы поменяли краску. Теперь у нас итальянская краска Сирка. Полностью печь красится не российской краской, а итальянской. Вот. Ее плюс в чем? Она когда выгорает, не имеет такого едкого запаха и выгорает раза в 3 быстрее. Вот. То есть вот это вот разница между... Вот этот белый налет, это камень немытый. То есть это с камнем поддавали и вот пошло. Сейчас я еще поддам. Сейчас вот, чтобы вы понимали, мы постоянно с проветриваем, ну, то есть дверь проветриваем. Сейчас вот 70 температура, влажность 10. Поддаем. Пара практически не видно. Тут видите, температура пара очень высокая. Посмотрим, что у нас происходит. Влажность пошла наверх. Здесь уже жарко очень. 70 градусов. Но 80 здесь легко сделать. То есть мы думаем, еще 15. То есть динамика печи очень серьезная. Динамика печи хорошая.